Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам аккумуляторную косу, которая прям сильно отличается от других, которых продают в супермаркетах. И прежде всего отличается на тем, что это полноценный инструмент для сада, который полностью может заменить бензиновый кусторез, а не просто какая-то игрушка, которая косит газонную травку после четырехколесной основной газонокосилки. Вот такая аккумуляторная коса, называется она Rupes. Покупал я ее около года назад на подарок родителям. У них уже есть бензиновая косилка, но это было куплено для того, чтобы им было проще управляться с аккумуляторной, потому что ее не надо обслуживать, она намного тише, она намного легче. И при этом она полностью дублирует по своей работе функции мотокосы. То есть, как видите, здесь в саду абсолютно любая трава встречается, бурьян, по пояс, какие-то кустарник мелкий. И главное преимущество этой косы, что она, во-первых, создана на максимально мощном аккумуляторе и позволяет использовать как косильную шпулю с леской, так и такие же ножи стандартные, как использует бензиновая мотокоса. Так, расскажу про аккумулятор. Здесь он 40 вольт 4 ампер часа, самый современный, литий-ионный. Вот тут можно посмотреть, сколько осталось заряда, но сейчас не видно, потому что солнце засвечивает. Показывает он состояние зарядки аккумулятора. Вот в полностью заряженном состоянии аккумулятора хватает примерно на 40 минут работы. Но хочу сказать по своему опыту, за 40 минут можно сделать ею очень много. Как видите, двигатель вот находится вверху, и он передает вращение через специальный соединитель на вот такую штангу. Здесь эта штанга стандартная, 26 мм, точно такая же, как и на бензиновых мотокосах. И главным вот преимуществом перед вот всякими такими мелкими триммерами является то, что здесь не тросик, а полноценный стальной вал. И соединяется он таким вот переходником. Это для того, чтобы мотокоса занимала в два раза меньше места. По желанию можно поставить и цельную трубу, кому не надо возить эту косилку на дачу. Но это так, при желании. Я это к тому, что все эти узлы стандартные. Точно такой же щиток, как на обычных электрокосилках, либо бензокосилках. И вот также очень удобным является то, что весь этот узел, нижний конический редуктор, он абсолютно стандартный. Его можно дешево, если он износится, докупить, поменять. То есть проблем с запчастями на такой косилке никогда не будет. Также и шпуля абсолютно стандартная. Выбирайте любую среди там тысячи, которых сейчас попридумывали на китайские бензиновые косилки. Здесь крепление и посадка абсолютно стандартная, точно так же, как и в ноже. Вот такая конструкция. Ну, ручка здесь сделана такая более компактная, как на бензиновом кусторезе. Здесь велосипедная рукоятка, а здесь вот такой петлей сделана рукоятка. И в кусторезе Sparta 25 ремень сделан в виде такой на одно плечо. А на этой косилке такой, хоть по качеству немножко хуже, но он сделан на два плеча. То есть он распределяет нагрузку немного лучше. Несмотря на то, что сам вес этой косилки где-то на килограмм будет меньше, чем у бензинового кустореза. Но повторюсь, что главным преимуществом этой косилки является то, что ее не нужно так внимательно обслуживать, как бензиновую косилку, к примеру, следить регулярно за воздушными топливным фильтром, свечи смотреть. Ну, в общем, родители старенькие, им уже довольно тяжело
обслужить бензиновую косилку. Не говоря уже о том, чтобы дергать ее, когда она заводится не с первого раза. В этом плане аккумуляторная намного проще. Нажал кнопку, и она работает. Как видите, тут такое электронное управление, и есть два режима. На максимальных оборотах она работает, либо, так сказать, в эко-режиме, который будет больше щадить аккумулятор, это если вы будете косить какую-то небольшую траву. Если косим какой-то бурьян по пояс, то работаем на максимальных оборотах с фрезой. Ну и сейчас покажу, как она работает. Я буду косить там. Видишь, красное пошло, пошло. Только не на меня, а чуть-чуть туда. Вот так, да. Это, друзья, аккумуляторная косилка. То есть косит как реально мощный бензиновый кусторез. Еще раз. Thank you.
что снимаешь? Круто, да? Круто косит. Круто косит. На ноже еще намного лучше, чем на леске косит. Косим. Ни разу не вошло. Защита не сработала. Круто. Держан, вставай на работу.